Уважаемые жители и гости города-героя Севастополя, 77 лет отделяют нас от того памятного мая 1945 года, когда была поставлена победная точка в беспримерной по накалу битве за свободу и независимость нашей Родины. 78-ю годовщину своего освобождения встречает город-герой Севастополь. Многое видела на своем веку Черноморская твердыня, но не было здесь более жестоких и кровопролитных сражений, чем в годы Великой Отечественной войны. Десятки тысяч бойцов Красной Армии и моряков-черноморцев сложили свои головы на этой земле, положив на алтарь победы самое дорогое, что есть у человека – свою жизнь. Сегодня мы предаем земле останки воинов, защитников, павших за Отечество, воздаем их воинские почести. Они не думали о подвиге, они его совершали. Для них это было повседневным ратным делом. В скорбном молчании мы склоняем головы перед их прахом, отдавая дань уважения стойкости, мужеству и самоотверженности воинов Великой Отечественной войны. Пусть же обретут они вечный покой в земле, за которую так доблестно сражались. Память о них призывает нас к бдительности, учит жить, сознавая свою ответственность за все происходящее в нашем тревожном мире. Для нынешнего поколения воинов-черноморцев нет выше задачи, чем сделать все от нас зависящее, чтобы ужасы войны никогда не пришли в наш дом, на нашу землю. А современный неонацизм и национализм перестали быть фактором, влияющим на безопасность нашей страны. Так будем же достойны высокого подвига тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу, за наше счастье, за наше будущее. Сегодня наши ребята защищают нашу Родину, нас с вами. И тоже жертвуют своими жизнями. Мы никогда не думали, что так будет спустя 80 лет после начала Великой Отечественной войны. Это испытание. Но это и то, что нас объединяет и сплачивает. Так же, как память о наших героях, которые сейчас здесь перед нами. В Севастополе каждая пять земли покрыта кровью. Более 500 памятников и обелисков. Севастополь – это героический город, город-герой. И я хочу, чтобы мы, севастопольцы, были примером для всей России, для всего мира. В своем патриотизме и любви к Родине. Мы не дадим переписать историю. Бабушка с флагом победы – это новый символ нашей новейшей истории. Мы не дадим втоптать в землю нашу память, память наших предков. Сегодня мы провожаем еще 291 бойца в последний путь. Главное, что в наших рядах мальчишки и девчонки. За нами идет новое поколение. Те, кто чтят историю нашего Отечества, тех, кто помнит героев Великой Отечественной войны, тех, кто никогда не предадут нашу Родину. А главное, что те солдаты, которых мы поднимаем из севастопольской земли, учат нас этому – любить свою Родину до последней капли крови и отдать за нее самое главное – свою жизнь. Это главная наука, которую они нам с вами дают. Именно в пасхальные дни мы предаем земле тех, кто защитил наше Отечество, тех, кто отдал самое дорогое, что дается человеку, отдали дар Божий, свою жизнь. Нет подвига выше, чем душу свою положить за други своя. Это подвиг превыше любви, это превыше всех заповедей. Наша общая задача об этом помнить, знать и найти последнего. Останки последнего солдата и также с почестями его захоронить. Их отвага, храбрость, мужество – это пример для всех нас. Вечная память героям. По блаженному спяни вечный покой, дашь Господи рабам твоим вечная память.